Делегация, состоящая из десятков руководителей французских компаний, во главе с президентом организации предпринимателей этой страны Жозефом Рубезу, посетила в Баку французско-азербайджанский университет УФАС. По итогам визита состоялось подписание документов о сотрудничестве, в частности, меморандума о взаимопонимании, заключен между УФАС и рядом французских компаний, включая Шлумберг и Элстон. Представители делегации также пообщались со студентами, ответили на все интересующие их вопросы. Основная цель подписания меморандума – открыть для студентов УФАС новые перспективные направления самореализации. Это станет значительным вкладом в их успешное будущее и облегчит им в дальнейшем поиск работы. Кроме того, в 2020 году мы также будем осуществлять обмен студентами с европейскими университетами.